В Сыктывкаре открылась научно-практическая конференция нейрохирургов Нижегородского межобластного нейрохирургического центра. Делиться опытом в Коми приехали гости из 9 регионов страны, в том числе Санкт-Петербурга и Москвы. Последний раз в республике конференция такого масштаба проходила 10 лет назад. Что изменилось за это время, знает Таисия Шляхтина. Еще до официального открытия в кулуарах живое общение. Здесь почти каждый знает друг друга. В течение 2 дней участники будут обсуждать как общее состояние нейрохирургии, так и узкоспециализированные операции. Особое внимание сосудистым заболеваниям, особенно острым нарушениям мозгового кровообращения. В Коми они занимают 2-е место среди причин смертности населения. У нас в структуре смертность от болезней системы кровообращения занимает 1-е место, как и в целом по Российской Федерации, поэтому ваша роль здесь крайне велика. И поэтому получать новые знания, обмениваться своим практическим опытом крайне важно для врачей в первую очередь. Участники отмечают, одними научными докладами общение на конференции не ограничится. Александр Лебедев – один из первых, кто внедрил новый метод лечения аневризма сосудов головного мозга и начал использовать в Коми передовые технологии. Именно из таких встреч он черпает желание работать и развиваться дальше. За нашей рутинной ежедневной работы вот есть такие форумы, где есть шанс сверить часы. Это как свежий ветер, получить новые эмоции, желание работать дальше, лечить пациентов. Раньше всех пациентов с сосудистыми заболеваниями головного и спинного мозга и нейроонкологии из республики отправляли в центральные клиники страны или за рубеж. Сегодня операции делают в местных стационарах. Профессионалы из других регионов в один голос заявляют, уровню республиканских больниц могут позавидовать даже центральные учреждения. То, что здесь делается, оперативное вмешательство по поводу опухолей головного мозга, по поводу аневризм сосудов мозга, по поводу остеохондрозов, они делаются на современном уровне, нисколько не хуже, чем в центральных учреждениях. Вашим пациентам, потенциальным больным, никуда ездить не надо. Всю необходимую помощь они получат здесь. Более того, в Коми на операции приезжают пациенты из других регионов. Их принимают, хотя нагрузка на наших медиков и без того колоссальная. На всю республику всего 9 нейрохирургов. Работу в отделении они совмещают с оказанием экстренной помощи и дежурствами сосудистой хирургии. Нужны новые кадры. Таисия Шляхтина, Олег Костромин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.